Однажды этот город стал морской столицей, но ему суждено было стать и культурным центром России. Защищая и расширяя культурные границы государства, Санкт-Петербург оберегает высокие идеалы искусства, живого творчества и русского языка. Есть некая такая книжная матрица, отличающая петербургскую культуру. Есть люди – маяки. Они излучают свет знаний, открывают новые ценности. Но порой в океане идей и творчества так сложно найти точные координаты фотона смысла, нужного именно тебе. Мы должны взять, приложить к сердцу и выбросить, или там взять, приложить к сердцу и оставить. Где мы берем вдохновение и идеи? Замерев над книжной страницей, мы ищем ответы на вопросы внутри себя. Находим ли? Нечитающий человек – это объединенный человек эмоционально. Мы ищем объединяющее начало, тех, кто даст правильную ширину и долготу в творческом поиске. И такая путеводная звезда есть – книжный маяк Петербурга. Главный всероссийский фестиваль для тех, кто ищет и создает смыслы в культуре и жизни. Это возможность еще раз нам все-таки продвинуть и поддержать книгу. Он для тех, кто рядом и кто далеко. Для любителей личного присутствия и трансляций онлайн. Глобально объединяя страну, локально располагаясь в Петербурге, книжный маяк дарит встречи с исключительными людьми. Это прорыв. Это прорыв в нашем культурном пространстве. Принципы проведения фестиваля – гибридность и мультиформатность. Благодаря таким максимам его аудитория расширяется безгранично. По-деловому и официально, или по-простому без галстуков. В библиотеках и книжных магазинах праздник книги открыт для каждого. Для меня это лучший фестиваль, который может проходить в этом городе. Гостями фестиваля уже стали топовые писатели, мыслители, музыканты и видные ученые. Это люди, влюбленные в книгу, не мыслящие без нее своего существования. В фокусе – книга и ее современные форматы. Проза, стихи, музыка и поиск новых смыслов. Стратегическая цель проекта «Книжный маяк Петербурга» – создать условия для того, чтобы 80% петербуржцев и россиян читала 12 книг в год или больше. Для нас книга – это сокровище. Это машина времени в новые миры. Это потрясающий инструмент изучения реальности. Это вдохновение и поддержка. Тысячи гостей и миллионы просмотров в сети – доказательство того, что книжный маяк Петербурга – это особенный всероссийский фестиваль, который нужен нам с вами.